Всем привет, меня зовут Валерия Гузема, и сегодня вместе с Bit.ua мы попали на ночной модный марафон, а именно Vogue Fashion Night Out. Сегодня мы хотим узнать, что же носит и вообще как шопится главный редактор Vogue. Что в гардеробе у девушек, как они делают свои покупки и какие у них любимые бренды. Я думаю, что будет интересно, не пропустите. В очередной раз проводим Fashion Night Out, и это праздник шопинга. Мы делаем покупки, ходим по магазинам, выбираем лучшее, смотрим на то, что пришло в этом сезоне с покупателями, вместе с редакцией, большой веселой компанией. В чем ты? Ну черт, эти бренды здесь не представлены. Ладно. Прада, мы сейчас с тобой в Прада. Я обязательно всегда захожу в Хлое, потому что мне очень нравится подборка их байерская. И я всегда нахожу все мастхэвы. Помимо моды, что же делает вот девушка действительно красивой? Потому что все гонятся за модой. Но все же, в чем секрет? Сама знаешь, что или нет? Ты мне говорила, я учусь. Любовь. Только любовь. Без любви тебя могут красить все лучшие мейкаперы мира, надевать на себя all the best from the brands, и you will be look like shit. Спасибо огромное. Помимо классного шопинга, угощений и вообще волшебной атмосферы, даже манекены сегодня во время Vogue Fashion Night Out оживают. Посмотрите. Признайся, вот сколько ты готова в месяц, например, потратить на свой гардероб? Пару тысяч уе. Готова, но не всегда, конечно, тратишь. Мы желаем тебе разумных, нужных покупок. Спасибо большое. Расскажи, сколько пар обуви в твоем гардеробе? Честно, много. Я не знаю. А есть такое, когда ты открываешь шкаф, например, после следующего сезона, и какая-то неизвестная коробка... Новая пара туфель, да? Есть, вот буквально вчера такую обнаружила дома случайно. Я забыла, честно, купила очень красивые босоножки и забыла про них. Целое лето они пролежали у меня не в том месте, к сожалению. Привет! Как дела? Хорошо. Ты любишь магазины? Да. Ну вот, подрастающее поколение модников. Хорошего вечера тебе. Около сотни бутиков принимают участие в Vogue Fashion Night Out и работают ночью. Это грандиозное событие, собственно, уникальный фэшн-марафон. И следующее наше место, куда мы приехали, это ЦУМ. Посмотрим, что здесь. Поддерживаю инициативу вообще Fashion Night Out, потому что это очень интересно, я знаю, что это привлекает покупателей, и, в принципе, интересно для меня даже изучить магазины, в которые я практически не имею времени, не хожу. Действительно, у меня большая часть моего гардероба – это Бьевза, но я с удовольствием покупаю обувь, если мне что-то понравится. Я, как правило, долго выбираю, у меня достаточно маленький гардероб, но ношу вещи тоже долго, поэтому предпочитаю очень качественные. Сегодня мы о шопинге, о девчачьих прелестях. Вы как самый, мужчина. У меня есть пульс жизни. Пульс жизни, шопинг? Конечно. Ну-ка, ну-ка. Сердце все начинает трепетать, когда речь заходит о шопинге. Вы вот, например, Катин шопинг терпите? С удовольствием. Серьезно? Да. Вы один из редких мужчин. Нет, у нас просто специфический шопинг. Я могу о нем спросить, интересно? Ну, это всякий экстремальный став, там, оружие, какое-то еще чёрт-чёрт-чёрт у меня вообще, ну, такое. Нет, это не шопинг, это пойти купить ружье. Шопинг это пойти колготки, не знаю, обувь. Выбрать ружье это еще похлеще, чем колготки выбрать. Расскажите, вы шопоголик? Нет. Как часто вы что-то покупаете? И тут интерьер начало портиться.
Мне кажется, что на определенном этапе это нормальный движение любого человека, когда ты в моде находишь какие-то проверенные истории, кто-то идет в сторону бренда, кто-то идет в сторону кроя, кто-то идет в сторону любимой марки, которая может быть там сильно кичится своим логотипом, который, или которая это не делает, но ты находишь свои 7 easy pieces, которые ты просто достаешь, не глядя, с утра, и надеваешь, и ты понимаешь, что ты будешь нормально выглядеть. То есть, конечно, если есть настроение, можно примерить там сапоги казаки, которые ты вдруг увидел на подиуме там, в коллекции Клои, и думаешь, боже, как же хочется. Ты их примерил и пошел жить дальше в обычных лоферах. Я сегодня зарегистрировалась на сайте Vogue.ua, чтобы получить Vogue Box. Скажите, есть ли у меня шансы его получить? Конечно, есть. Первые 500 покупателей, да? Первые 500 покупателей, если вы пройдете все эти конкурсы, все то, что мы придумали для сегодняшней ночи, для всех участников, вы получите Vogue Box обязательно. Класс. Я очень верю, что сегодня я получу свой Vogue Box. Итак, мы добрались до следующей локации, Vogue Fashion Night Out, и здесь раздают подарки. Так, я же сделала все хэштеги, все фотографии, все выставила в Инстаграм. Поэтому сейчас молодой человек посмотрит, и я думаю, что что-то мне даст в подарок. Молодой человек, что вы здесь раздаете? Ну-ка, расскажите. Здравствуйте. Мы здесь раздаем косметику Vogue. Так, смотрите. Вот, вот мои все посты. Ага. Я заслужила? Сделали. Да, вы заслужили. Класс, 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 класс. Уи! О, боже мой, боже мой, боже мой. Посмотрите, сколько здесь всего. Это homemade Nutella. Блин, это банка шоколада. Класс. Я happy, happy, happy. Bit.ua, Валерия Гузема, и это был Vogue Fashion Night Out. Следите за нами в следующих выпусках. Вы узнаете, куда мы отправимся потом.